Приветствуем вас, наши дорогие телезрители. В эфире рубрика «Хочу сказать», а это значит, что для вас поступает новая порция приветов и поздравлений. Мне отключили свет, но ничего страшного, поехали! Перед вами первый участник нашей рубрики Михаил, который активно занимается триатлоном. Миша, твои приветы и поздравления. Так, ну, всем привет. Хочу передать привет маме, папе, дедушке, бабушке, родной сестре, конечно же. Моему тренеру по триатлону. Я свой, что я ушел из триатлона, знаю. Альберту, моему другу. Данила там стоит, улыбается. Следующим участником нашей рубрики становится Лиза, которая на протяжении целого года занимается изобразительным искусством. Лиза, тебе слово. Хочу передать привет своей маме, бабушке и, конечно же, папе. Также хочу передать привет своей учительнице Людмиле Николаевне. Огромное вам спасибо, то, что преподаете у меня. Далее на очереди семья Матвеевых, которая делится позитивом со всем нашим городом. Передаем всем привет. Поздравляем всех школьников с началом учебного года. Желаем всем хороших отметок. И передаем привет нашим бабушкам. Мы им даже подаем привет бабушке Наташе. Бабушке Наташе, бабушке Марине, бабушке Ире. Следующим в списке наших участников становится Демид, который активно занимается шахматами и рисует. Передаю бабушке и детскому садику. Следующими участниками нашей рубрики становятся Никита и Денис. Они начинающие спортсмены и блещут оптимизмом. Ну что, ребят, вам слово. Передаю привет родителям, маме с папой, друзьям, особенно Вите, который сейчас завтра поедет в круиз, и Бусе, который ползал на 13 этаже. Я передаю привет родителям, всем своим друзьям, супруге любимой, ребенку, который балуется часто. И все, мне больше нечего сказать. Следующим дарителем позитива становится Тимур, постоянный участник нашей рубрики. Ну что, Тим, кому привет и поздравления? Всем привет снова. Я хотел бы передать привет 5-му Д-классу 2-й школы и Ярославу Боровок и Кириллу Новокрещенному. Следующей участницей нашей рубрики становится Анна, которая профессионально занимается маникюром и время от времени ходит в бассейн. Ну что, Ань, кому привет и поздравления? Передаю привет своей подруге, семье, друзьям и записывайтесь ко мне на маникюр. На сегодня это все. Торговый центр завершает свою работу, и вместе с этим завершаем ее и мы. Вы смотрели рубрику «Хочу сказать». С вами были Александр Иванов и Станислав Атаманов. Новости на ТНТ.